всего поднимает 17 тиана, а я включаю свой... Привет. Секундарий. Всем привет, меня зовут Лина, я представляю сегодня команду Pickles. На современном конкурентном рынке компаниям и клиентам стало очень сложно найти друг друга. Компании тратят кучу денег для того, чтобы продвинуть свои товары и услуги в интернете. Клиенты, в свою очередь, тратят кучу времени, чтобы эти компании найти, а потом еще столько времени, чтобы найти наиболее выгодное для себя предложение. Наше решение – это поисковый сервис, который полностью изменит ваше представление о системе поиска товаров и услуг в интернете. Вам больше не придется тратить время на поиск. Наша система сделает это все сама. Я вам представляю pickles.ru – это поисковый сервис персональных предложений. Как это работает? К примеру, вам нужно организовать какое-то мероприятие, пускай это будет ваше день рождения. Наверняка вам понадобится площадка, кейтеринг, подрядчики по аренде оборудования, ну и, например, диджей. Что вы делаете? Вы заходите на pickles.ru, заполняете запрос, он очень простой, легкий, не требует много времени. Нажимаете всего лишь одну кнопку «Отправить», и уже через 15 минут вы будете получать первые предложения, которые уже согласованы с компаниями. И вам остается выбрать только лучше, заключить договор и праздновать свой день рождения, получать подарки от ваших друзей и эмоции от ваших любимых. Компании же, когда получают ваши заявки, они могут видеть не только детали того, чего вы просите, но и минимальную цену, которую предложили ваши конкуренты. Размер нашего рынка определяется количеством компаний, которые уже зарегистрированы на просторах интернета и которые уже платят за продвижение себя с помощью онлайн-сервисов. Мы определили для себя сегменты рынка, в которых поиск является сложным процессом и требует комплексного решения. К примеру, это ивент, B2B, аренда, рекрутмент и другие. Наши основные конкуренты – это современные стандартные поисковые сервисы и базы поставщиков товаров и услуг. Мы учли проблемы наших конкурентов, и поэтому на Pickles клиенты получают уже готовые согласованные предложения от компании, а не разборные ответы, как это происходит на страницах наших конкурентов. Наш сервис абсолютно бесплатный для тех, кто ищет товары и услуги. Мы зарабатываем на подписке с компанией, которая размещается на нашем сервисе. Средний чек 990 рублей в месяц. В ближайшие две недели мы запускаем MVP. К феврале 2016 года мы работаем в полном объеме. К концу 2017 года Pickles включает все города-миллионники по России. Наша команда имеет опыт работы как в крупных государственных частных предприятиях, так и развитии и реализации собственных бизнес-проектов. Мы хотели бы поблагодарить Harvest за продуктивный уикенд, за те эмоции, опыт и знания, которые мы получили за это время. Спасибо. Дорогие эксперты, пожалуйста. Компании, которые уже используют
и средняя сумма компаний, количество которых зарегистрировано в базах поставщиках и поставщиках товаров и услуг. Хочу обеспечить то, зачем, знаете, ты готов? Да.